горох, норма высева, различные нормы высева. Сегодня 6 июля, это участок у нас самый, получается, самой низкой нормой. Здесь у нас 0,7 миллиона, это 700 тысяч. Семьдесят килограмм. Горох Рокет, сорт, 700 тысяч. Так выглядит. 800 тысяч. 200 килограмм. 900. 1 миллион 250 килограмм. Сейчас как-то все нивелировалось. 1 100 000, где-то 275 1 200 000. Ну, на 1 200 000 я больше вижу, что горох, конечно, страдает. Он здесь более такой, более такого желтого цвета. И уже видно, что бобики начинают созревать. Так что вот так.